Всем привет, ребята! Новый день, новый влог! Нютка не так разговаривает. Привет, ребята! Я не накрашенная. Ужас! Что это за птицы такие? Гормоны! Да ладно! Ты что, думаешь, ты на телефон будешь? Да не, как я буду на телефон? Мне надо текст учить. Bitch, you know I'm sexy. Короче, мы сейчас едем в студию. Нас там ждет мой ассистент, визажист. Ё-моё, какая крутая стала ты в Киев. И студия на 5 часов. Мы, правда, уже опаздываем. Анютка едет, конечно же, вместе с нами. Во-первых, потому что куда мама такую прелесть денет? Плюс она тоже будет сегодня как модель. Мы сейчас будем снимать рилс. Первый в моей жизни рилс. Надеюсь, у нас все получится. Потому что у нас с собой нет именно видеографа какого-то, знаете, кто снимает рилсы прям. Есть Даша, моя помощница, ассистент. Она же офигенный фотограф. Она же доула. Короче, она вообще такая умница. Я обожаю. Мы с ней знакомы уже давно, но попозже расскажу про то, что вообще как так вышло, что Даша теперь мой ассистент. Она офигенный фотограф, у нее есть камера. И я думаю, этого нам вполне хватит. Вчера ночью мы со Славой, когда Нютка уснула, учили текст песни. Короче, будем снимать меня без макияжа. А потом я такая, типа, пшу, и я такая с макияжем. Пока не знаю, что получится, волнуюсь. Надеюсь, не буду выглядеть глупо, потому что, знаете, у меня такая вот фигня, что я стесняюсь кривляться, что ли, не знаю. Мне это как-то не свойственно. Ну как, что ты таким взял? Я тебе скажу, что дизайнер два скетча прислала. Показать тебе? А, ну покажи. С ромашками? Мило. Паттерн. И с утятами. Очень мило. Мне нравится, да. Класс? Ну да, довольно-таки минималистично. Но нам прям сильно минималистичное такое тоже не надо. Но их можно разукрасить, да, если что? Ну, конечно. Жили у бабути. Ага. Два веселых гуся. Один серый, другой белый. Да? Love, моя love. Анютка, кстати, в шапочке из Zara. Да, санкционочка, она у нас такая, мадам, носит только заморские изысканные вещи, которых нигде не достать. Что, мать твоя, заморочилась, заплатила байеру в два раза больше. Короче, мне нужно остановиться скупать вещи, потому что я понимаю, что я даже не знаю, когда она вообще будет их носить, да. Потому что я там накупила 74 размера. Хотя, кстати, бодик сейчас, смотри, я уже на нее нацепила 74 размера. Ну, не смотри, сейчас она в нем. Он ей как бы великоват, но типа рукава засучить вообще норм. Такой оверсайз бодик. И прикольный. Кстати, норм. Так что ничего, будем носить. Ладно, сейчас мне нужно усадить ребенка в автолюльку. Мы еще во дворе, так что. Чему еще Лёдьке еварить? Сейчас приедем в студию, мама тебя угостит одним очень вкусным молочным коктейлем. Да? А потом будешь кемарить, пока мама будет снимать рилс. Усажу в автолюлечку, затяну покрепче ее поясочки, и мы поедем. Привет, ребята! Я после съемки непричесная. Глаза у меня теперь будут такие неделю, наверное. Потому что вокруг было много макияжа, и я его не могу смыть. На съемке клево, все, макияжи топ рулит, но потом хер смоешь. Короче, у меня выпадают волосы. Да, выпадают волосы. Это началось как раз где-то с 3 месяцев Анютки. Я вчера помыла голову после съемки, понятное дело. На съемке на влог ничего не снимали, потому что не до этого было. Но на телефон чуть-чуть Даша поснимала, поэтому телефоны были кадры. У Анютки скачок роста, который мы прям ощущаем. Ощущаю. Бывает такое, что у деток это все незаметно проходит, и ты даже не понимаешь, что, какие скачки роста, это все ерунда, вообще такого не существует. Существует. Короче, я не накрашенная вообще, ну, без какой-то красоты, видите, даже вот только сейчас хвост сделаю и по чуть-чуть причесалась перед вами. Встала недавно, ужасно не выспалась, еще уснула с влажной башкой, из-за этого у меня болит шея теперь. Короче, трындец, прям болит ужасно. Это очень тупо, поэтому лучше не спите с мокрой головой. Вот моя кожа. Кстати, знаете, становится лучше. Блин, я как будто вчера тусила. Бухала, тусила, блин, вообще, девчонки... Я сегодня не в адеквате. Просто съемка была, и очень тяжелый день вчера был. Ночь тоже. Потому что Анютка вообще не хочет спать, вообще не спит. Прям очень плохо с ней, ну, у нее с этим. С ней все норм. Не считая вот этого
со сном ерунды. Ну, короче, и она спит по 2-3 часа ночью. То есть каждые 2 часа, например, просыпается, 2,5. Это трэш, потому что я уже немножко так привыкла, что она по 5-6 часов за ночь спит. Один раз вот так вот она спит, и потом по 3 часа, например, она спит парочку раз. И вообще офигенно, ну типа, блин, за это время можно реально и выспаться, и проснуться, и какие-то дела сделать, и накраситься, и кофе попить, и вообще. Сейчас она хотя бы лежит спокойно, вот, смотрит свой этот мультик, мобиль. А вчера вообще... Не, ну понятно, мы вчера на съемке были. Днем она обычно еще плюс-минус лежит, но вечером вчера это был просто трэш. Мы когда приехали за съемки, Слава поехал на дачу, потому что там, короче, надо. В общем, он сегодня уже вернется. Поехал на дачу, и я осталась одна с Анюткой. Мне это вообще норм с Анюткой одной остаться. Ну, типа, разплюнуть. Но... Я-то уже привыкла, знаете, что она хотя бы, ну, там вот вечером после купания поспит часик, потом перед таким ночным сном еще хотя бы часик-полтора поспит. Она вчера вообще не спала. Ну, типа, а мне же хочется там, не знаю, что-то разобрать, то, что мы же тут шухер навели перед съемкой, вещи в стирку закинуть, повесить. Понятно, что это такое, но у нас там все забито, например. Ну как, все равно надо что-то делать. Потом там какие-то пятна отстирать от одежды детской. Вы поняли? Вот. Вот это все хочется сделать. Хочется сделать чаёк, бутербродик, расслабиться, посмотреть контент, который вчера снимали. Ну вот хоть чуть-чуть, но нет. Короче, Анютка вчера вообще задала жару. Она мало того, что не спала, она постоянно плакала. Ну не постоянно плакала так, что типа, знаете, просто плачет и все. Короче, она не хотела вот так вот лежать. Короче, она типа хотела спать. То есть было понятно, что она хочет спать, но она не может спать или не хочет спать, но при этом хочет. Короче, взрыв мозга какой-то вчера был. Я ее кладу, чтобы она спала, она не спит, плачет. У нее сейчас вообще... Блин, конечно, не люблю такие интересности рассказывать вот с таким вот лицом, но с другой стороны, знаете, прям реальная жизнь. Реально. Господи. Реально. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Я про тебя все рассказала. Да-да. Это я еще не рассказала, как ты орать любишь иногда. Ой, кого-то так смущает слово типа орать. Ну а что, мы называем вещи своими именами. Она вот просто лежит, сосочку потеряет изо рта, например, и начинает так кричать, как будто вообще не знаю, что случилось. И улыбается главное. У него паренечка. Какая же она взрослая, я не могу. Надо быть такой взрослой. Ты чего такая взрослая? Как я себя люблю. Выгляжу реально, наверное, как это после бухача. Ужас. О, шея болит, ужас. О, еще и шея болит, типа танцевала вчера. Вот, да. Кстати, ну нет, скорее всего, шея болит из-за того, что все-таки влажные волосы у меня сюда лежали, а не потому, что я вчера что-то там крутила головой. Анютка, значит. Так вот, я вроде как, знаете, такая, типа, с вами делюсь, типа, чуть-чуть жалуюсь, то, что у нас сейчас такой период, немного тяжелый, в том плане, что, ну, малыш такой беспокойный, понятно, типа, кому это в кайф, конечно, прикольно, когда вообще все супер, ля-ля-ля, весело. Это как, знаете, когда в гости кто-то приходит с Анюткой посюсюкаться, и все такие, ой, типа, Анюточка, как прикольно, потому что Анюточка такая, типа, хи-хи-хи-хи, привет. Вот, а мы-то родители знаем, как бывает. Ну, короче... Это все такое. И вот я вроде как чуть-чуть типа жалуюсь, но на самом деле, конечно, я не жалуюсь. Потому что вообще все это ерунда. Колики, шмолики, регресс на отказ от груди, все, зубки там, что у нас еще. Все это вообще пофиг. Ну как пофиг в том плане, что все переживем, все пройдем. Ничего не сравнится с тем, что просто у тебя есть ребенок долгожданный, которого ты любишь. Я, знаете... Бывает, даже когда очень сильно устаю, потому что часто вижу комментарии, вот, типа, Юль, как здорово, что ты показываешь, что бывает и вот так, что у вас там, ну, не все гладко и так далее, потому что очень многие мамочки показывают идеальную картинку материнства вот этого счастливого. Я как не зайду, бывает, кому-то в сторис, типа, счастливое материнство с ребенком тут. С ребенком там, ребенок спит, ребенок вообще молчит, такое, знаете. И я понимаю, что, ну, типа, да, у нас тоже бывают такие периоды, вот даже вчера на студии нам вот девушка-визажист, по-моему, или Даша, короче, Оля девочка-визажист, по-моему, или Даша, кто-то из них, в общем, сказал, типа, ой, типа, Нютка такая спокойная, и в целом она реально спокойная. Вот когда ее ничего не беспокоит, и нет вот каких-то этих, вот этих, кто он там, скачок, вообще, ну просто, тьфу-тьфу, идеальный ребенок. Все это, конечно, такое ерунда. Ой,
тебя находит. Солнышко. Как же я мечтала, чтобы меня кто-то вот так обнимал маленькими ручками. Такие моменты, они всегда, даже когда у ребенка какой-нибудь регресс сна или еще какая-нибудь чепуха, вообще пофиг на все. Короче, у нас домашний вайб, показываю вам все как есть. Хочу с такими глазами после мейка. Ой, как я тебя люблю. Такая же она сладенькая, карапунья. Как вам ее показать без моей прыщавой морды? Вот так вот с ней хожу с утра до ночи. Короче, в чем прикол? Она еще не умеет у нас переворачиваться, причем я посмотрела, некоторые ровесники наши уже умеют переворачиваться, малыши. С животика на спину переворачиваются. У нас Анютка еще так сама не переворачивается. Во-первых, потому что я, мне кажется, поздно начала ее крутить, вертеть вот так. Во-вторых, мне кажется, она такая у нас типа пышечка, ей немножко, ну, типа нелегко. Я, если честно, из-за этого вообще не загоняюсь. Я вчера даже в Телеграм рассказала, что вот Анютка типа капризничает, так вот, грубо сказать, потому что она хочет лежать на животе, сама перевернуться не может, поэтому ждет, когда я, например, ее переверну, даже в кровати, если, потому что, ну, не всегда есть возможность, знаете, на полу тусоваться. И она вот ждет, я переворачиваю, но она хочет ползти, но ползти тоже не может. Ну, типа, из-за этого тоже начинает переживать, расстраиваться, потому что игрушки лежат, а она до них доползти не может. Ну, короче, знаете, такой прям головняк конкретный. И тут не то, и так не так, вообще ничего не получается. Еще пока малыш ничего не умеет, но зато переживает из-за того, что не умеет. Идем еще сладенький. Зато маме уже волосы выдирать умеет. Это детки легко учат, быстро схватывают. И я в Телеграм рассказала то, что Нюка еще сама не умеет переворачиваться. Из-за этого переживает тоже, плачет, расстраивается. И кто-то мне начал писать, типа, в смысле не умеет? Типа, вам уже столько туда-сюда, типа, у нас там уже... Еще это, в животе ребенок переворачивался. Ну, типа, знаете, что вот у меня там дочь в 2 месяца уже ползла, уже вставала, уже говорила. Ну, такое. Я думаю, типа, ну, класс. Да, я вот, знаете, тоже так думаю иногда. А может загнаться, типа, почему у нас Анютка до сих пор там, бляха-муха, не пошла. Ну, короче, утрированно. Я вообще не загоняюсь, потому что все детки по-разному развиваются, у каждого свой период, там, этап, когда он поползет, когда он встанет, еще что-то. Вот у нас, я не знаю, может, Анютка сейчас что-то не умеет переворачиваться, потом в один момент как перевернется и пойдет, знаете? Поэтому, ну, короче, я вообще не парюсь, каждый ребенок развивается в своем темпе. И насильно, знаете, ее заставлять что-то делать я точно не собираюсь. Научится, куда она денется? Господи, перевернется! Тем более сейчас у нас скачок этого самого, да? Головешка. Ой, ты мой злодей. Короче, все научится. Папочка нам привез коврик классный с дачи. У нас там был коврик от Happy Baby. Лежал, ждал своего часа, но в итоге я пока на дачу не хочу. Ой, спина, поясница. На дачу пока не хочу. Ну и, короче, вот этот коврик, который я заказывала на маркетплейсе. Где он? Короче, по кубикам, типа квадратикам складывается. Мне вообще не зашел. Ну, чуть не понравился. У нас есть коврик от Happy Baby. Вот такой. И он складывается в прям большой. Короче, я из-за этого ковра решила убрать ковер из этой комнаты. И не только по этой причине. Но это основная причина из-за ковра. Так недавно на него написала Вивьена. Накакала Анютка. Короче, ковер никто не оценил. А я это все оттирала, причем. Короче, когда перевернется, тогда и перевернется. Она уже ползти хочет, он про какие перевороты там рассказывает. Так вот она лежит и книгу читает. Кстати, еще бывает пишут то, что мы кутаем Анютку, что она у нас очень тепло одета. На самом деле я очень часто ее вообще голенькой кладу на кровать, на пеленочку, да, малыш? Скажи, мама так делает, да? И да, вот, мама так делает. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Я ее одну вот так вот на животе не оставляю обычно. И как минимум хотя бы смотрю в этот, как она себя там чувствует, потому что мало ли, что-то у нее там не получится, она начнет переживать. Поэтому ставлю, ну, сижу в комнате, например,
чтобы над кроватью не стоять, потому что я, конечно, тебе одно время даже стул поставила около этой кровати. Мне, короче, сегодня приснилось, что, типа, за одну ночь Анютка выросла и стала прям взрослой, даже старше меня. И я плакала, потому что я такая, ну как так? Типа, я все пропустила. Я же там тебя только вчера кормила грудью. Ну, короче, что-то такое, знаете. Переворачивайся, ты же сама хотела перевернуться. Давай, вот так. Она уже переворачивалась сама. С живота на спину. Но это было буквально два раза. И я даже один раз записала на видео, но она там была голенькой, поэтому показывать, конечно, не буду. Когда малыш, конечно, не одет во всякое, ему намного прикольней. Ну, то есть я это осознаю и понимаю, что лучше сильно не кутать ребенка. Но и мне, знаете, тоже как матери, не очень-то, типа, я хожу в теплых носках по дому, и в тапках, и там в штанах, в футболке, а у меня ребенок, типа, голый лежит, и я такая должна... Думаю, типа, да, прикольно, при том, что у нее ледяные вообще ноги. Хотя я понимаю, что, типа, это нормально у них там, вот это постоянно пишут. Но я все равно не могу это, знаете, со спокойной душой. Короче, Анютка вообще спать не хочет. Сейчас уже 2 часа дня, она обычно в это время в какой-то дневной сон плюс-минус уходит. Хотя бы на часа 2 прям. Ну ладно, я понимаю, что скоро она вообще не будет спать днем. Когда-нибудь эта лафа закончится, когда ребенок спит днем, и ты такой, о, типа, кучу дел переделал, что бы мне поделать? Сегодня у меня домашний день, завтра мы поедем к врачу, у Анютки будет УЗИ плановое. Вставать придется капец, как рано, просто уже, ух, не хочу, уже передергивает, но надо. У меня уже отрендерилось. Ну и скоро отрендерится, короче, я тут вся в видосах, в контентах. Еще в пятницу к нам придут убираться, наконец-то. Что я уже, если честно, заколебалась. Ну, типа, мне приходится самой убирать, представляете, какая царица. Да нет, мне это норм, но просто я сейчас такая вся, знаете, надвиже. Работа, контент классный, интересный. У меня даже нет времени влоги снимать. Просто тупо нет времени. Вот видите, сейчас нашла время, то вообще выгляжу как селедка какая-то. Потому что сейчас сделаю упор на что-то другое. Потому что я постоянно распыляю. Ну как, распыляюсь, странное слово. Но типа и туда, и сюда. И в итоге люди пишут, и то не зашло, и это не зашло. Поэтому я такая, так, ну хорошо, значит, я сейчас не снимаю влоги. Веду только там, например, Telegram, Stories и вот рилсы мы сейчас начали делать. Распаковки, не распаковки, какие-то другие рилсы, съемки. Ну, короче, на это упор, поэтому сейчас нужно будет чуть-чуть там приостановиться, так сказать. Мы наснимали кучу контента на, наверное, ну, не на прям 2 недели, но на 10 дней с кайфом. Если даже каждый день что-то выставлять, точно наснимали. Вот, и это время мне нужно посвятить влогам, потому что сейчас вообще... Во-первых, у меня куча всего есть рассказать, у меня в телефоне записаны темы для разговоров, которые я никак не дорасскажу, не довыскажу, не знаю. И мне всегда, конечно, интересно еще почитать потом комментарии, что вы пишете. Хотя вот влоги, которые у меня выходили, такие уже немножко типа старые, я там, честно, не особо читаю комментарии, потому что там пишут, типа, ну когда же выйдут новые видео, ну когда же ты же говорила, ты же обещала, хотя я... Прям специально написала и сказала, что актуальные видосы у меня начнут выходить с ноября. Ну, то есть за 2 месяца мы все догоним. Сентябрь, октябрь. И с ноября у меня будут выходить актуальные влоги. Что вы думаете? Никто не услышал, как всегда. Говорит, вот, ты же говорила. А что я говорила? То, что я говорила, так и будет. Ну, типа, я вообще, кстати, не наврала ни разу. Хочется сегодня что-то выставить, обработать какой-то материал, чтобы было что выставить. Постики какие-то сделать, потому что у меня куча всего. Даже до сих пор я не обработала фотки с крещения и не выставила. То есть уже у меня вышел влог, где мы рассказываем о том, что моя мама и Ярик крестный у Анютки, а до сих пор не вышло фотки. Все равно так интересно, кто-то пишет, типа, Юль, какие у тебя сейчас влоги кайфовые, я сама там стала мамой, мне так это все актуально, так в тему. А кто-то пишет наоборот, типа, блин, надоело одно и то же. Но на самом деле я согласна и с теми, и то, что одно и то же. Потому что те влоги, где я с Анюткой после недели влогов, то, что выходила, я снимала прям вот так вот в нахлыст, в захлеб, так сказать. И у меня, ну, по сути, одна и та же тема была в жизни. Сейчас у нас уже много изменений произошло. Ну, такие, знаете, у нас уже не те проблемы, у нас уже другие там какие-то темы. С ГБ проблемы закончились. Кстати, об этом тоже хотела поговорить, но не вот в таком виде. Сегодня мы ездили к врачу с Анюткой. У нее был плановый прием, потому что ей уже 3,5 месяца, представляете, какая большая. У нее было УЗИ, поэтому мы поехали в больницу, и еще хирург заодно прошли. Хотя к нам врачи могут приезжать на дом, и к нам приезжал ортопед, окулист. Вот, но хирурга мы решили объединить с УЗИ.
И педиатр тоже посмотрел. В общем, у Анютки все супер, слава богу, моя радость. И рост у нее уже 62 по замерам. А если типа с вытянутыми ногами, ну вообще, типа, знаете, прям вытянутыми, то 64, сказала педиатр, а вес 7200. Я, конечно, трэш, я уже не знаю. Получается, что, вчера я не красилась, позавчера у нас была съемка 24-го как раз-таки. Я к вам постоянно появляюсь не накрашенной в этом блоге, но следующий блог будет накрашенный, решено. Короче, во-первых, хочу поделиться с вами тем, что моя кожа становится лучше. Ну, конечно, выглядит все равно не очень. Для тех, у кого идеальная кожа, вы вообще, наверное, смотрите и думаете, фу, как это можно назвать лучше. Но на самом деле, реально сильно лучше, то есть можно сказать, что вообще еще чуть-чуть, и будет класс. Я очень редко снимаю влоги в последнее время. Один месяц вообще пропустила. В сентябре, мне кажется, я вообще не снимала. Сейчас уже заканчивается октябрь, и я тоже чуть-чуть совсем снимала, кстати. На Рутюбе у меня выходят видосики. Такие тоже всякие прикольные, интересные, сумасшедшие. Наверное, вы уже видели. Не знаю, потому что я делаю посты в Телеграм тоже. Подпишитесь обязательно. Короче, на Рутюбе у меня тоже выходят видосы, поэтому я сейчас прям вообще максимально врываюсь в ноябрь-декабрь. Будь! Сейчас будет дофига работы! Помимо всяких рекламных проектов, проектов и так далее, у меня же теперь есть ассистент, и мы уже творим такое, девки, контент и так далее. В ноябре мы поедем в дом отдыха, в очень такое стильное, классное место, в которое все приезжают, снимают там классный контент. И мы тоже поедем, сняли... аж 3 домика. Один большой домик, ну как большой, типа на 6 человек рассчитан. Мы поедем с семьей. Получается, мы со Славой, Анютка, Вива, моя мама, отчим, либо он не поедет, пока непонятно, короче, ну типа мой брат Саша и родители Славы. Ну по плану типа 6 человек, по-моему, там особо много, ну больше 6 не помещается. На самом деле мы туда едем типа не тусить, знаете, семейкой. А мы едем вообще изначально туда ради контента. Вот так, представляете? Так, ну для кого эта музыка играет? Да на нее даже не смотришь и не слушаешь, как будто. Камеру видит, аж замирай. Даже сесть. Не, вот я, бляха-муха. У меня тут все вообще, движ, Париж. Ой. Это что такое? Да что такое было сейчас? Аж как интересно. Ты глянь на нее, как интересно ей. Давай, давай, давай. Даже не знаю, чей это влог. Рассказываю, поедем в домик, сняли его ради контента, повторюсь. И получается, у нас будет один большой на 2 суток. И моя помощница со своим мужем тоже поедут, мы так запланировали. У них будет, получается, сутки один домик, сутки другой домик. И в этих домиках мы тоже будем снимать контент, фоткаться. Но самое сложное, нам подобрать супер стильные луки. И в чем сложность? Что надо их найти, эти луки, купить одежду, собрать. Ну, типа, не один лук, точно. Еще у Даши есть дрон, что-нибудь, может, на дрон поснимаем. Надеюсь, погода будет хорошая. Короче, планы грандиозные, я... уже не жалею. Мы с Дашей как бы так между собой официально начали работать с 13 числа, где... Ну, короче, половину месяца мы уже как работаем, как у меня есть ассистент. И понятно, что пока нету такого ощущения, что типа у меня очень много всего. Там вышло, знаете, какие-то видео, постов, фото и так далее. Потому что какую-то часть времени мы там что-то обсуждали, договаривались, снимали то, все 5-10. Ну, короче, в любом случае, я уже сейчас не жалею. Я прям вообще думаю, кайф. Да это же так круто! Ну, посмотрим, конечно, как будет дальше. Ну, типа, знаете, вдруг будет такое, то, что, блин, я устаю, типа, зачем мне это все надо было? Мне нравится семейная спокойная жизнь с ребенком дома. Но на самом деле я прям, ну, получаю удовольствие, и мне нравится, и мне хочется прям развиваться. Ну, знаете, у меня сейчас до сих пор еще выходят влоги с... августа, с конца августа, и там комментарии тоже, ну, типа, блин, надоело, одно и то же. И я могу понять подписчиков, потому что... Ну, реально, я снимала видео примерно в один период. Там я такая прям совсем после родов, башка вообще не варит. Наверное, словарный запас, ну, не очень. Хотя, может, и сейчас не очень, не знаю. Ну, короче, там я жестко туплю, говорю на одну тему. Видео об одном и том же. Ну, в общем, об этом пишут, и я, в принципе, понимаю. А сейчас у меня как будто жизнь кипит. Да не, на самом деле, по моим ощущениям, кипит. Как бы мне так нас снимать? По-другому никак.
Ну и вот, я очень рада, что сейчас начнет выходить актуальный контент. Я — это актуальный контент, который хочет выходить. Я надеюсь, что люди в комментариях начнут писать, типа, блин, как не хватало этого актуального контента. Ну, короче, я уверена, что скоро все будет супер-пупер, шимба-бумба. Так что посмотрим. Хотя не знаю, может, под этим влогом тоже будут комментарии, типа, блин, опять об одном и том же. На самом деле, я вам до сих пор столько всего не рассказала, и как, и что у нас было, какие периоды мы прошли, и что у нас там впереди. Короче, еще хотела прокомментировать то, что я видела в комментах, то, что писали. Это мне, знаете, бывает, уведомления приходят с YouTube, то, что вот оставили комментарий. И я, бывает, перехожу. Ну, на самом деле, честно, я так особо не заходила, потому что, во-первых, у меня не всегда есть время, знаете, лежать, листать, читать комменты, да и я знаю, что там пишут. Типа, а, скучно, одно и то же. Вот, но сейчас надеюсь, что что-то там изменилось, потому что и видосы стали более актуальными все-таки. Я надеюсь, что и комментарии будут тоже интересными. Ну, не такими одинаковыми. Короче, видел комментарий, типа, хватит в сторону ребенка применять такое слово, как орёт. Типа, вы же любите своего ребенка, почему вы так говорите? Стоп, а что она тогда делает? Ну, типа, блин, ну как сказать? Типа, кричит, ну как бы издает громкий звук. Типа, что за хрень? Я понимаю, что, возможно, кому-то, кто меня не знает. Да я, серьезно, не знаю, что за нежности там такие? Типа, не говорите, орет в сторону ребенка. А что ребенок делает? Что он делает, если он не орет? Ну, в смысле, когда он орет, реально, ну, типа, он же орет. Зачем мне придумывать, как называть то, для чего уже и так есть название? Ну, типа, что говорит? Кричит, ну, как бы громкие звуки издает, ну, как бы плачет. Короче, говорю как есть. Услышу, ребенок орёт, реально орёт. Ну, короче, не знаю, все такие нежные, просто вот закачаться можно. Что бы я там ни говорила вообще, это, знаете, я могу как угодно называть своего ребенка, и при том, что я его очень сильно люблю и вообще просто обожаю. Я просто делилась тоже, что мы иногда по приколу Анютку называем младенчиха, и для кого-то это звучит как что-то очень мерзкое, типа как можно так в сторону своего ребенка говорить, хотя младенчиха — это, по сути, младенец, только женский род. Ну, типа, вообще, чё обидно? И это просто смешно, потому что мне показалось, что она такая, знаете, как, типа, деловая, такая требовательная, такая, я сказала. Такая, как, знаете, маленький малыш, но такой деловой, и мне показалось, что ей прям клёво подходит. Сейчас уже и так не называем, если честно, потому что она как будто бы уже из этого выросла. Я сегодня прям бум, что вообще по всем, я не знаю, статьям. Вы бы видели, как я сегодня в больницу ездила. У меня ужасно грязный пуховик был, просто весь грязный, в кофе, в грязи. Об машину обтерлась, типа он еще, знаете, с прошлых годов. Я его в химчистку отдам. Кроссовки грязные, на штанах, короче, какая-то грязь, носки какие-то шерстяные, не накрашенные. Короче, вообще ужас просто, вот честно, трэш. И я прям специально это выставила, типа, девки, зацените, посмотрите, какая бомжиха сегодня была. Смотрите, какая бомжиха. Просто мне нужно обувь отдать в химчистку. Вот такие носки теплые делают. Тут у нас продукт. Почему пожрать не успели? Штаны грязные. Куртку сдачи Слава привез вся в говнище. Зато единственная теплая дома. Короче, просто трэш. Аж стыдно. Вот реально. Ну ничего. Ну все, надо как-то исправляться. Это ужас. Просто на самом деле я все никак не соберусь. Не отдам кучу всего в химчистку, то, что хочу давно отдать. И никак не причешусь. Сегодня вообще такой ленивый день. Я подумала, что раз уж я в этом влоге вся такая не накрашенная и такая, типа, не очень-то классная, подумала, надо продолжать и заканчивать. Вот в таком стиле, вот с такой модной прической. Зато вы знаете, как бывает и у меня. Потому что я же всегда такая, ой, только красивая, только нарядная, только чистая. Бывает и так. Завтра к нам придут убираться. Очень-очень этого жду, потому что к нам на уборку не приходили, наверное, недели три. Ну нет, две, то и три, реально. Но, понятное дело, все это время я дома сама убиралась, все гладила, тратила на это кучу времени и сил, вместо того, чтобы, например, отобрать фотки с крещения Анютки, обработать их. Ну, короче, вместо того, чтобы делать какой-то классный, интересный контент, заниматься тем, что порадует подписчиков, и вообще мне пойдет на пользу, как блогеру, я убираю. Ну, короче, надоело. Не люблю, когда я не накрашенная, не при параде, не причесанная. Сейчас мне еще надо в душ сходить, потому что я вся потела. Я купала Анютку, и понятное дело, что там жарища стоит, просто духотища, закачаться можно. Вот, так что пойду сейчас сама в душ с кайфом. Потом разберу вот эти вещи, которые здесь лежат. И там у меня целая куча всего на глажку, то, что завтра попрошу девушку убрать, погладить. Завтра по плану проснуться пораньше, накраситься, привести себя в порядок, снимать кучу проектов и рекламы. И знаете, хочется сказать, и улет
А с другой стороны, хочется сказать, и жесть. А еще есть куча фоток, которые нужно обработать, отобрать. Что я пошла этим заниматься. Надеюсь, в следующих видосах нет. Я сейчас буду стараться снимать реально, ну, чуть ли не каждый день. Во-первых, потому что я сделала большой перерыв. Нужно вливаться как-то в такую активную влоговскую струю, так сказать, потому что я, в принципе, ну, активный образ жизни сейчас веду. Активный блогерский образ жизни. Снимаю, что-то там сторисы, там телеграм, рилсы, фотки. Ну, короче, вот такое. А влоги подзабила, потому что, ну, во-первых, было две причины, чтобы догнать реальные времена вот эти. И просто, чтобы не распыляться на все. Вот, потому что, конечно, очень тяжело выдавать какую-то, знаете, эксклюзивчик и в Телеграм, и в Инстаграм запрещенный, и на Ютубчик, короче, и сейчас на Рутюбчик, понимаю. Ну, в общем, везде что-то буду дозировать, чтобы везде было интересно. Поэтому отныне перестану делиться в Телеграм какими-то интересностями и перестану делиться здесь какими-то интересностями, которыми буду делиться, например, на Рутюбе, или в Телеграме. Вот такой план. Надеюсь, что вам было норм смотреть на меня в этом влоге без макияжа. Зато вы успели насладиться моей, так скажем, натуральностью. Потому что дальше я собираюсь быть накрашенной в каждом видео. И еще у меня есть куча классных тем для разговоров. Но надеюсь, что эти влоги все равно не будут такие, что просто дома сидишь, болтаешь. Хотя, может, и будут. Кто-то и любит такие видео. Я просто, знаете, сегодня пару комментариев прочитала. И на них решила так завуалированно ответить. И болтовня будет, и активности будет много. Из дома отдыха буду снимать. Кстати, крещение не снимала, потому что это как бы таинство. Да и я болела в то время, вообще ужасно болела. Да, поэтому не до съемок было. В общем, ладно, все. Спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Обязательно напишите в комментариях, как вам рилс, который у нас получился с переходом. Да. Вообще, идет мне такое снимать или нет? Мне кажется, что прикольно получилось. В общем, все, всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.